ведаеце, год 2018 быў такі складаны, на жаль, носьбіты ўходзяць, і мы падчас нашых экспедыцый вельмі так засябравалі з Галінай Мартынаўнай Мігура з вёскі Ліцвінкі Кобрынскага раёна. Не адзін раз мы ездзілі да яе, і апошні раз мы прыязджалі да яе на юбілей на 90-годзе у лютым месяцы 2018 года, і, на жаль, у 2018 годзе яна ад нас адышла. Ось. Але ось песні з яе рэпертуара мы стараемся спяваць, і вот зараз мы заспяваем песню, ізноў рэкруцкую, которую яна нам падарыла. Дарэчы, мне з гэтай песні яшчэ ўзгадваецца, зараз узгадалася, калі мы былі ў Томску на этнафестывалі, этнафорум. І гэты форум, там шмат было прадстаўнікоў, і ён скончыўся моноспектаклем. Скончыўся моноспектаклем па сцэнару, як такі мерзкі. Гришкавец. О, да. Гришкавец. Гришкавец, да. І у гэтым моноспектаклі ўдзельнічала больш за 100 удзельнікаў. Але ніводнай репетыцыі не было. Вот мы знаходились за кулисами, за сценой, и нам казали, вот после этой фразы выходите, робите вот это вот, мы вам машем, вы уходите. Что, врежьте, вот что отрывается, никто не ведал с этих 100 удельников. И вот в этом моноспектакле мы как раз удельничали с этой песней. Вот мы что-то там уособляли для них. Рейки назывался моноспектакль. Похвастаюсь, что были в Томске. Гаем коню, гаем коню, коню вороны, леньки выезжая на шлях, убитый козак молодый. Козак молодий, як виїхав за ворота, зняв шапку склонився, вибачайте сусід, дочки може з ким сварись, вибачайте сусід. Дочки, може, з ким сварився? Хоч сварився, не сварився, то я помирився, як мені Господь допоможе, то я вислужусь, як мені Господь допоможе. Я вислужусь, як виїхав на дорогу, дорога широка стоїть, дівка в оборотяку взявшись под бок, стоїть дівка в оборотяку взявшись под бок. На день добрий дівчиноньку, на день добрий мила вона стала постояла, той не отказав. Вона стала постояла, той не отказав. Знаю, знаю, дівчиноньку, що гордуєш мною, буде твоє гордовання все перед тобою. Буде твоє гордовання все перед тобою.
все перед.